Зачем детям нужен омега-3? Первое. Скорость работы мозга. Вот наш мозг — это нейронные связи. Нейроны и связи между ними. И скорость передачи импульса между этими нейронами называем, ну, как скорость мозга определим. Когда омега-3 хватает, скорость мозга 400 км в час. Когда омега-3 не хватает, а это вот изоляция вот этих связей, миелиновые, ну, как бы оболочка называется, вот эти нейронные связи, снаружи они омега-3 обволокнут. Вот так. Когда их хватает, 400 км в час. Когда не хватает, 4 км в час. Ого. Скорость, быстрота реакции, способность запоминать логику у ребенка снижается 100 раз. Поэтому детям сложно учиться в школе. Достаточно давать чайную ложку омега-3 1 грамм, и через какое время начнет ребенок? Через 20 месяцев. Через 2 месяца вот этот вот дефицит восполняется. Это первое, мозг. Второе, глаза. У кого есть смартфоны? Поднимите руки. Вы получаете большую дозировку синего цвета. Компьютер, смартфоны, везде идет излучение повышенное синего цвета. Из всего спектра. А синий свет нарушает работу вот этих вот, у нас там есть такие колбочки, столбочки, которые определяют вот как раз всю палитру красок. И те, кто долго сидит, а если омега-3 не хватает, нарушается работа вот этих колбочек. И когда потом в нормальный мир выходишь, глаза не воспринимают мир таким, как он есть. Там происходит нарушение восприятия красок мира. В том числе и у детей, которым сейчас айпады, планшеты суются там с годика уже. С рождения. Единственный способ защитить глаза, чтобы мы могли видеть мир в полных красках, это омега-3. И мы, и дети, единственная защита от синего света. Это второе. Третье. Дети в возрасте 5 лет теряют зубы, да, ведь молочные? Молочные зубы — это как питалась мама. То есть это заслуга матери. А дальше красота взрослых зубов, вот ровный ряд, чтобы они красивые были, оказывается, зависит от омега-3. Хватает их или нет? Омега-3 жирных кислот. Если омега-3 не хватает, зубы будут кривые у детей. Потому что фундамент основывается. Если омега-3 хватает, зубы будут красивые. Это какой пункт? Третий. Четвертый. Снижает аллергический фон. Сейчас у каждого второго ребенка аллергия. Омега-3 снижает общий аллергический фон. Четвертое. Пятое. Ты уже запутался, да? Вы замечали, дети устают быстрее сейчас? После обеда, после школы приходят, ну, у кого есть дети, они хотят поспать. Они в классе засыпают, поэтому не воспринимают информацию. Знаете, от чего? Кислородное голодание. С одной стороны, уровень сахара в крови, но сейчас мы уже, например, знаем, как его выравнивать, даем коктейль, например, или правильное питание, меньше быстрых углеводов, уровень сахара. Но тем не менее, дети устают, и им не хватает кислорода. У них происходит гипоксия, они кислородное голодание постоянно получают. Знаете, из-за чего? Оказывается, легкие человека, в том числе и ребенка. Вот здесь маленькие мешочки есть такие, альвеолы. Эти альвеолы делаются из омега-3. И когда омега-3 не хватает, альвеолы уже не так хорошо воспринимают, усваивают кислород, который мы вдыхаем. И в итоге получается гипоксия. У нас остается углерод, или как углекислый газ, а кислорода не хватает. И дети получают постоянное кислородное голодание. Поднимите руки, у кого есть дочки. Омега-3 является на сегодняшний день одной из самых лучших профилактик женского, короче, рака молочной железы. И закладывается он, начиная там с 2-3 лет у девочек. Если в детстве девочкам давать омега-3, то у них не будет рака молочных желез. Это шестое.